Всех приветствуем на нашем канале. Сегодня мы готовим манник. Готовится пирог из двух ингредиентов, из манки и из кефира. Можно кефир заменить ряженкой. Очень получается хрустящая корочка и мягкий внутри. Режется очень легко. Такой вот внутри манник. Очень вкусный на вкус. Очень пышный, мягкий, воздушный. Очень хорошо пропекся у меня, где-то он пекся минут 45, наверное. Подписывайтесь на наш канал, готовьте вместе с нами, ставьте лайки. Всем приятного аппетита! Итак, сегодня готовим манник. Нам понадобится манка, можно кефир, у меня ряженка, сахар, 2 яйца, разрыхлитель, щепетка соли и ванилин по желанию, сливочное масло. Для начала мы манку заливаем, у кого кефир или у кого ряженка, у меня ряженка. Хорошо перемешиваем. Тщательно перемешать. Так вот, мы перемешали. Сейчас оставить ее минут на 10-15. Теперь в отдельной посуде мы перемешиваем сливочное масло растопленное и яйца. Так, перемешаем. Теперь сюда добавляем сахар. У меня 150 грамм, но сахар, кто любит поменьше, по вкусу может, можно поменьше положить. Щепетку соли, разрыхлитель, 10 грамм. Вот я ложу упаковочку целую. Можно заменить содой. Перемешать сахар, чтобы он более или менее растворился. Так, вот прошло 15 минут. Манка немножко набухла. И теперь манку мы добавляем вот эту вот яично-сахарную смесь. Все тщательно перемешиваем до однородной массы. Так, а теперь это отправим все в форму. У меня форма обмазана растительным маслом. Так, и теперь отправляем форму в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекать 30-40 минут. Там. Проверяйте деревянной шпажкой. Манник у нас готов. Так, сейчас он остынет.
Готовый манник можно посыпать сахарной пудрой, можно помазать вареной сгущенкой. Вот такой манник получился. Его готовить легко и просто. Эти продукты всегда находятся у вас в шкафу. Манка, кефир. Минимум ингредиентов. Получается такой пирог.